Рыбу, привезенную напрямую из Камчатки, уже оценили многие жители города. Здесь и королевский лосось, нежная белорыбица, форель, палтус, тунец, низкокалорийная зубатка. Я ее давно беру, она мне вообще всегда нравилась. И тем более она горячего копчения, для желудка лучше, чем холодная. И корочка, во-первых, и вторая белорыбица. Вкусная рыбка и корочка. Всегда с утра бутербродик. Для истинных гурманов икра чавычи с большим содержанием полезных веществ. И, конечно, королевский лосось. Очень мне нравится. Она жирненькая и солененькая, и в ней много витаминов. Аналогов в мире нет этой рыбы по жирности, по сочности этой чавычи. Отличается много очень и омега, и фосфора, магния. Отличная рыбка и очень приятная на вкус. Слабосоленая, вся продукция натуральная. На прилавке рыба разного способа копчения. Слабосоленая, вяленая. Все эти изысканные деликатесы, ту самую рыбу Камчатского края, можно купить в одном месте. С 15 по 20 марта в Доме культуры Всероссийского общества глухих. Екатерина Зодина, Алексей Рязанцев. События, Брянск.